Итак, под русскую гармошку, под бересту и ложки прославили кадриль. Отказываться от танца не принято еще с давних времен. Пенсионеры с задором пустились в пляс. Светлана Грачева не просто житель Красногорска. Более 14 лет работала заместителем главы района. Времени посмотреть достопримечательности Подмосковья не хватало. Зато теперь на пенсии и на выставку шагала, и в усадьбу Поленова. Вот и в раздолье приехала. Человек, который уходит на пенсию, он должен себя реализовать в чем-то. Именно не только дети, внуки и правнуки, не только кухней там, готовить и заниматься, хотя это тоже очень важно. Вот. Ну и общаться со своими друзьями, коллегами по возрасту. И самое интересное, если в жизни 5-10 лет – это разница в возрасте, то здесь мы все равны. С активной жизненной позицией пенсионеры приезжают из разных уголков Московской области в Одинцовский округ. Например, Галина Холодкова приехала в Красногорск из Пензы год назад, решила найти друзей и записалась на выездные экскурсии. Я тут никого не знаю. И вот когда я стала посещать вот эти все мероприятия такие, вот это долголетие, то я уже приобрела, можно сказать, не друзей, но, по крайней мере, знакомых. После хороводов и кадрили гостей проводили на главную сцену парка. Духовой оркестр «Подмосковные вечера» встретил замечательной музыкой участниц проекта «Активное долголетие» в парке «Раздолье». Из Красногорска приехали 30 пенсионеров. Губернаторская программа создана для поддержания активного образа жизни людей старшего поколения. Вот и в парке за настроение отвечали артисты, а за здоровье – хвойный воздух и не только. Впереди у участников фитнес для лица. Впервые в нашем парке «Раздолье» сегодня гость из города Красногорска в рамках программы «Активное долголетие». И сегодня много сюрпризов мы приготовили. Надеюсь, что наши гости будут очень довольны. Программа туристам из Красногорска пришлась как нельзя кстати. Они пообещали организаторам, что вернутся к нам еще раз и приглашают в гости пенсионеров из Одинцовского округа. Все же соседи, надо чаще встречаться. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».